Доброго всем дня, добрые наши волшебники. Поздравляю вас всех с Рождеством. Желаю всем здоровья, здоровья и здоровья. Сегодня наши новости о наших детях из клиники. У Гриши переделали чип, установка будет в воскресенье. Все новости будут в последующем ролике. Сегодня немного расскажу вам о Честере. Честер – это собака, которую мы с вами спасли из Калужской области. У Честера проведена операция по установке ортеза. Сейчас реабилитация, и собака в дальнейшем может последовать к себе домой. Долг за операцию 24 тысячи. В среднем у нас долг за клинику, за нахождение ребят в клинике 20 тысяч. И новости о Кассе. Кассе прошла очень сложный путь. Путь от переливания крови до почти неделю собака находилась у нас в реанимации, в тяжелом состоянии. Сейчас проблемы, инфекция затронула, к сожалению, ее кость. И избавиться от этой проблемы клиника, к сожалению, не может. Поэтому Кассе идет под ампутацию лапы. К сожалению, да. Мы приняли решение, что лапу придется ампутировать. А через 2 недели я повезу Кассе на КТ по просьбе Николая Николаевича. Он будет минимально ампутировать лапу, чтобы в дальнейшем нам пройти КТ и сделать Кассе протез. Вот такие вот у нас на сегодня новости. Вот моя большая такая дружная семья. Долги в клинике, долги за операцию и за нахождение ребят в клинике. Я, как всегда, обращаюсь к вам. Помогите, откройте свои сердца, помогите нам оплачивать особенных детишек в клинике. Помогите нам, они тоже надеются на вас и ждут вашу помощь. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья.